я бы хотел бы вроде бы такого китайским. Я хотел бы, по крайней мере, владеть языками местными. Ну, на это хорошо. Зарубежная жизнь мне больше нравится, чем на Германии. Ты владеешь в совершенстве английским языком, но на уровне средний класс. Я хотел бы владеть английским языком, так как это мировой язык, и с этим языком можно ездить в любую страну, как бы, если свободно по нему говорить, то можно узнать новое общение, какие-то новые религии, еще что-то. И этим языком как бы владеют, как сказать, ну, великие люди, а немецкий так, не знаю, мне не очень нравится. И остальные языки тоже. Отлично. Ты английским, литовским и немного немецким языком. Ну, хотел бы владеть, например, такими языками, как греческий, испанский и некоторые языки Европы. Просто мне интересны эти страны, я там часто бываю, и интересна их культура и этих странах.